Где наш солнечный Крит? Кристина, купаться уже скоро идем на пляж? Да, завтра. Кристина, наверное, ждет халяву. Завтра, может, школу не надо, да? Да. Крит с 1 марта ждет туристов, но мы пока радуемся и снегу. Ну вот, дети дождались снега в Ретимно. 9 вечера. И можно лепить снежки. Восьмого февраля. На Крите выпал снег. 9 вечера. Опять школьники не учатся. Ура!